31 канал попал в кадр. Журналист нашей компании удостоился награды открытого фестиваля телевизионного кино. Одним из фильмов-победителей ежегодного конкурса стала работа Алины Жестовской «Человек со свалки 20 лет спустя». Увидеть картину можно будет завтра вечером в 21:45. Не бросились, оторвали погоны у милиционеров. Саша Лыков, который потом в Казанову играл, это первая его роль в кино. На этом звездные роли Челябинска в кино закончились. В этом году конкурс прошел под девизом «Челябинск – город наших сердец». Ну а куратором фестиваля стал один из главных телемастеров Южноуральской столицы, директор школы кино, заведующий кафедрой режиссуры ТВ-ДГАКИ Павел Сумской. Сегодня, вы знаете, время такой глобальной визуализации. Техника позволяет снимать всем и все. И в этом смысле это просто борьба за повышение уровня аудиовизуальной культуры. Практически все призовые места заняли воспитанники школы кино и студенты Академии культуры. Выпускнику этого же учебного заведения достался гран-при.